Добрый вечер, уважаемые коллеги. Может быть, еще день, но уже, мне кажется, что вечер. В общем, конференция длится уже, начиная с половины десятого. Это какой-то такой своеобразный рекорд. Я только открою вот это мероприятие, а потом слово передам Анатолию Леонидовичу Бердичевскому. Мы с ним вдвоем будем модерировать круглый стол. Но я сегодня столько примелькался уже вам. Понимаете, я тут был в каждой точке, бочке затычка. Был на каждой конференции. Поэтому будет правильно, если вы увидите другого замечательного мужчину. В общем, я как полагаю, вот на этом круглом столе у нас как бы с вами две задачи. С одной стороны, это завершающее мероприятие, и хотелось бы как-то подвести итоги этого мероприятия. Ну, а с другой стороны, это круглый стол, и обозначены темы для обсуждения. Поэтому мне хотелось бы по первой части сказать следующее. Мы выяснили у организаторов, у технической службы, что в конференции участвовало более 2500 наших коллег. Здорово. Из разных стран мира. Это, конечно, большая аудитория. И я хотел бы сказать, что поступают первые отклики на конференцию. Один из них, всего лишь один, я позволю себе зачитать. Его прислал наш коллега Геннадий Николаевич Красников. Сегодня, если вы смотрели фильм Ефима Израильевича, вы его увидели, а потом он выступал с докладом. Вот он написал: «Уважаемый оргкомитет, поздравляю вас с проведением яркой и очень сердечной конференции, посвященной памяти Ефима Израильевича Пасова. Спасибо за фильм, за прекрасных героев этого фильма, за их благодарную память о своем великом учителе и единомышленнике. Все сделано бережно, тактично, светло, разнообразно. Во всей человеческой и интеллектуальной красоте показан Ефим Ильич Пасов, настоящий человек-оркестр, рядом с которым талантливые люди становятся еще талантливее. Какие прекрасные лица у всех участников фильма! Все они настоящие национальные богатства нашей страны. Глядя на них, веришь, что еще не все потеряно для культуры и будущего России. Для меня большая честь вот так нечаянно оказаться в этом просвещенном, умном, пассионарном кругу настоящей научной педагогической элиты. Спасибо оргкомитету. Всегда буду рад хотя бы малой толикой полезным во всем, что связано с Ефимом Израильевичем Пасовым. Поэтому, я думаю, что будет правильно, если у нас будет возможность обменяться мнениями по поводу прошедшей конференции. Я не думаю, что на последнее можно подвести итоги, сказать, что удалось, что не удалось, потому что формат очень необычный. И я, например, в таком формате участвую вообще первый раз. И какие-то советы на будущее могут оказаться, естественно, очень, очень полезными. А что касается вот второй части нашего круглого стола, научной дискуссии, то нам хотелось бы просто услышать мнение о том, о чем мечтал Ефим Израильевич, как-то обсудить, какие идеи, теоретические разработки профессора Ефима Израильевича Пасова представляются вам наиболее актуальными и требуют, может быть, первоочередного или скорейшего внедрения в практику, чтобы повысилась эффективность процесса иноязычного образования. Ну, а какие идеи, может быть, представляются тоже перспективными, но не столь близкого будущего? И в каком направлении, может быть,
следует продолжать разработки, я имею в виду теоретический уровень методики как науки. Поэтому я хотел бы, прежде чем передать слово Анатолию Леонидовичу, я прочитал вот письмо Геннадия Николаевича Красникова, и мне вспомнилось четверостишие Игоря Губермана, поэта, которого Ефим Дорович очень любил. Вот мне пришло на ум такое четверостишие. «В разгар сумасшедшего века, когда мысль непостижна уму, как же надо любить человека, чтобы бросить все и приехать к нему». Вот спасибо вам большое, что вы нашли силы участвовать в заключительном мероприятии, которое вот у нас происходит в конце дня. Я с удовольствием передаю слово Анатолию Леонидовичу Бердичевскому. Спасибо, Владимир Петрович. Уважаемые коллеги, у всех есть вот та проблематика круглого стола, которую мы предложили с собой. Как мы здесь видим, здесь два аспекта. Если исходить из определения Ефима Израильевича методика как теории технологии иноязычного образования, то здесь как раз вот эти два аспекта и выделены. Значит, первое – это технология иноязычного образования методики, и второе – это теория. Я думаю, что мы построим работу нашу с вами следующим образом. Каждый из вас может выбрать тот раздел, который его интересует. Мы не будем устанавливать эту последовательность. Выскажется. Здесь у нас написан регламент не более 3-4 минут с последующим обсуждением. Затем коллеги высказываются по тому моменту, который коллега предыдущий сказал. А затем мы можем переходить к следующим разделам. Я так понял, у нас время до 17.20, Владимир Петрович, да? До 17.30. 30, там написано почему-то 20. До 17.30. Поэтому, пожалуйста, коллеги, кто хотел бы по любому из этих вопросов высказаться, пожалуйста. Кто начнет, коллеги, пожалуйста. Пожалуйста, профессор Эва Каларова, пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Я считаю, что насчет будущего иноязычного образования рецепт очень прост. Больше Мельниковых. Мне как-то не хватает Мельниковых за университетской кафедрой и, конечно, и за школьной кафедрой. Когда-то была студенткой, я читала книгу Ирины Грековой «Кафедра». Может быть, сегодня я бы придиралась к каким-то эстетическим категориям книги, но запомнила на долгие годы следующее. Может быть, не так важно, что учим, даже как учим, но кто мы. А, коллеги, дорогие, а разве мы достаточно образованы в таких областях, как философия, как история, как синтетическая художественная культура? Я хочу подчеркнуть вот именно это, потому что Илья Ефимович все время говорил о культуросообразном элементе, о содержании культуросообразном вот, иноязычного образования. А мне кажется, что мы к этому не были и еще до сих пор не совсем готовы. Мне кажется, что и наша генерация, и особенно вот современная генерация как-то не готовы к тому, чтобы мы работали в разных рангах такой институции, как мастерская человечности. Это я использовала выражение нашего Яна Амоса. Пасов прав, когда говорил, что наш путь, единственный путь, идет от homo loquens к homo. Ну, я позволю себе изменить слово homo moralis на homo spiritualis. Последнее предложение этому. Моя любимая цитата, которым я завершаю свой пролог вот к этому круглому столу.
Незачем учить говорить, если нечего сказать. А Пасов именно о том говорит, чтобы мы усовершенствовали себя как учителя. Учитель – личность. Где он? Ни в университете, ни в школе. Это не пессимистическая констатация. Это констатация, которая возвращается к моему началу. Где же наши Мельниковы? Все. Спасибо, Эва. Но ты не хочешь высказаться вот по той проблематике, которая указана здесь в кругом столе? Я хочу только сказать, что мы должны абсолютно менять, улучшать, углублять, усовершенствовать подготовку учителя. Я абсолютно не согласна с подготовкой учителя. Она недостаточна. Если мы дадим диплом учителя, я говорю про русисту, я некомпетентна говорить про германисту, англисту и так далее, но не у вас, не у нас, не в в Сербии или в Польше и так далее. Мне кажется, что мы не готовим то или того, кто хотел Пасов. Поэтому, хотя мы не должны быть в таком круге только методистов, а наоборот, выступать на престижных мировых мероприятиях учителей иноязычного образования, то, что методика наука, это мы уже не должны доказывать, но то, что надо или мы должны менять подготовку учителя, это точно, начиная с приемных экзаменов. Все. Понятно. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы дальше высказаться? Пожалуйста. Очень хочется поддержать мысль Евы, потому что все начинается с поступления в педагогический вуз. Так, и... Наталья Сахна, я думаю, вас знают, но вы представьтесь на всякий случай, кто вас не знает. Да? Ведущий методист школы Китайгородской, доцент, автор учебников и топ-тичер-трейнер, то, что называется. Да? Mm-hmm. Я очень много занимаюсь повышением квалификации учителей. И, к сожалению, год за годом суждение одно и то же. Учителя не подготовили в педагогическом вузе. Не говоря уже о том, если мы к перечню вопросов, которые нам предложены, откуда возьмутся методисты? Это ведь учитель учителей должен быть. Поэтому, как мне кажется, Эва очень права, говоря о подготовке педагога прежде всего. В этом весь корень. Если мы не добьемся, а Ефим Израилевич, насколько я знаю, очень боролся за то, чтобы была изменена программа педагогических вузов. И это касается как тестирования не знаний, а психологических характеристик тех, кто поступает. Это касается совмещения подготовки квалифицированного, то ли это преподаватель физики, то ли математики, то ли иньяза, это совершенно не важно. Важна общая культура, контекст и психологическая подготовка к работе с людьми. И поэтому психологический аспект в педагогических вузах – это первое, что нужно и при приеме, и при обучении усилить. И дальше тогда мы получим учителя в школе, в вузе гораздо более квалифицированного, культурного и образованного. А методист, вот отвечая на вопросы, которые нам были предложены, как мне кажется, бакалавриат – это педагог, а магистратура, кто хочет одна из специализаций, может быть, выше ступенька, это учитель учителей, методист, методист-психолог, мне очень хочется добавить, потому что без знания психологии наша профессия не может выживать и не может быть современной, и тем более готовить людей будущего. Я, наверное, слишком долго говорила. Нет, нормально, вы как раз уложились в 3 минуты. Вот, так вы считаете, нужно готовить вот специально профессионалов-методистов, как вы, Ефим Ильич, предлагает даже создать институт методики высшей школы? Или методику нужно давать в рамках подготовки учителя, в принципе? Если вопрос ко мне, то я кратко. Да, вы же методика сказали. Должна быть у всех как предмет, а специализация магистратуры как уже учителя и повышение квалификации методистов должен быть, может быть, и выделен отдельно. Я не уверена насчет института методики. Это могут быть очень разные институции и форматы. Важно, чтобы это было и было грамотно построено. Mm-hmm. Последнее, может быть, что скажу тогда уже, чтобы еще раз не прерываться. Потому что мне кажется, что методист – это прежде всего великолепный учитель,
Во-вторых, это человек, который может дать мастер-класс на любом уровне. В-третьем, который может проанализировать уроки коллег и не просто проанализировать, а дать им рецепты и сделать это психологически грамотно, не убивая бедного учителя, который, урок которого он посмотрел, а вдохновляя и давая ему путь. И начертить программу для него, для его развития. Это другая ступенечка педагогического образования. Вот так бы я ответила. Спасибо, Наталья Исаковна. Пожалуйста, коллеги, кто... Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Да, вы подняли. Да, я приветствую всех участников круглого стола. Позвольте представиться. Журавлева Людмила Витальевна, ученица Ефима Израилевича, и имела честь с ним работать 20 лет по модельному эксперименту, по формуле «Теория через практика, практика через теорию». Я бы хотела в продолжение мысли, которую вот сейчас обсуждают, сегодня начали обсуждение с решения тех болей, которые есть в сегодняшней жизни, практике, и какой вектор развития методической науки вижу я, когда, с одной стороны, конечно, занимаюсь теорией, изучением теории, и когда были вместе с Ефимом Израилевичем в значительной степени через практику влияли на теорию. И я хотела бы, кроме идеи поддержать о том, что методисты, создать университетскую подготовку профессионалов-методистов в рамках институтов и признать статус методики как особой области знания, то есть внести ее в официальный перечень наук. И специальности и установить ученые степени кандидата и доктора методических наук. Кроме того, я с удовольствием поддерживаю идею организаторов включить методику в число наук, представленных в Российской академии образования. И я, пользуясь вот возможностью выступить, призываю, мне кажется, что сегодняшняя конференция имела достаточно аргументов и оснований для того, чтобы поддержать эту позицию. И если участники круглого стола поддержат, тоже буду рада. Если позволите, я кратко выскажусь по первому вопросу, который вот очень, очень мой. Речь идет о коммуникативности, о цитате Пасова, о том, чтобы коммуникативность сменить на диалогичность. Вы знаете, не совсем верно. Он сказал, что коммуникативность монологична, поэтому абсолютно точно. В качестве технологии, но не в качестве идеологии, так сказать. Вы знаете, а я вот, если можно, вот про идеологию остановлюсь. Итак, 2010 год. Мы с ним работаем над теорией модели Института диалога культур. Угу. И, конечно, когда мы работали над принципами главными, понятно, что антропоцентризм всегда был одним из принципов педагогики, но мы впервые задумались, что современная картина мира нам диктует о том, что трудно определиться или с этой идеологией образования достигать успехов. Мы это сами видим и наблюдаем. Почему я считаю, что и поддерживаю, конечно, цитату Пасова, и с вами абсолютно согласна, что действительно коммуникативность монологична. И мы знаем, что для того, чтобы вступили в контакт представители разных культур, недостаточно просто говорить. Чтобы возник диалог, мы вводим с Ефимом Израилевичем понятие диалогический антропоцентризм. И вот 10 лет я его апробирую и действительно понимаю, что подготовка к диалогу – это гораздо более сложный уровень. Это в первую очередь подготовка к преодолению, а не просто к тому, чтобы высказывать мнение. И, конечно, подготовка к диалогу требует учет особенностей и принятия условий этого диалога. И мы видим, насколько часто употребляется слово «диалог» в политике сегодня и с каким трудом идет действительно его реализация. К сожалению, не смею больше задерживать внимание ваше. Я очень рассчитываю на то, чтобы высказали мнение другие коллеги. И очень хочу, чтобы вот по второму пункту, который для меня, по сути, главный, первый, чтобы поддержали по
связанные по признанию статуса методики как науки. Спасибо большое за возможность высказаться. Спасибо, Людмила Витальевна. То есть вы тоже считаете, что коммуникативность, как говорит Ефим Израилевич, она как философия, в принципе, себя исчерпала. Вы тоже с этим... Да, я боюсь, что это нас заведет дальше. Согласны, да. Потому что Ефим Израилевич взял на себя такую смелость. Он отец-основатель коммуникативности, да. И он от этого отказался. Это не каждый ученый такое может. Согласна с вами. Да, он говорит, абсолютно. Это смелость. Спасибо, Людмила Витальевна. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы или высказаться с тем, что сказала Людмила Витальевна, может быть? Позволите, Анатолий Леонидович. Да, Елена Генриховна. Да, позвольте, я представлюсь. Тарева Елена Генриховна, доктор педнаук, профессор, директор Института иностранных языков Московского городского педагогического университета. Я бы хотела пару реплик направить в адрес тех, кто уже высказался, поскольку ну, я возглавляю такое подразделение такого вуза, который как раз отвечает за подготовку учителей иностранных языков. Мне хотелось бы сказать несколько слов, может быть, более оптимистичных, в адрес многоуважаемой, любимой мною Эвы Каларовой, которая говорила о значимости, о роли учителя иностранного языка, о личности, о том, что должен быть соответствующий субъект, который транслирует знания, прежде всего знания о культуре через язык, который осваивается. Безусловно, это проблема, которую необходимо решать. И сейчас есть несколько направлений деятельности в этой области, связанные прежде всего с пониманием того, каким образом видоизменить курс методики. Он должен быть иным, поскольку, как мне представляется, на данный момент мы находимся в состоянии ну, некой систематизации методики, знаний, без пока еще проекции на будущее и без того, чтобы выстраивать какие-то будущие вот эти вот ориентиры. Очень хочется, чтобы мы понимали, к чему мы идем и каких именно учителей сегодняшнего дня мы должны готовить. Для этого нужно держать руку на пульсе времени, понимать, какие потребности сегодня существуют, и в зависимости от этого модернизировать, менять курс методики, ориентируясь на сохранение традиций, одновременно на привнесение в методику инновационных моделей. Ну, вот в этой... это прекрасно показали. Спасибо большое, я вам признательна и старалась это сделать. Спасибо, что вы сочли возможным, любимый мною Анатолий Леонидович, посмотреть мой скромный сюжет, который я, конечно, ориентирую нашему главному учителю, главному человеку сегодняшнего самого события, и это действительно человек, с которым мы соизмеряем все наши достижения или недостижения, человек, который всегда является для нас мерилом того, насколько мы правы в тех или иных методических поступках, да и человеческих тоже. Я, конечно, обращаю это в адрес замечательного Ефима Израилевича, который все равно среди нас, и он нас слышит, и, вне всякого сомнения, участвует в этом нашем полете мысли. Одновременно хочу сказать про коммуникативность. Если позволите, Анатолий Леонидович, буквально несколько фраз. Я не против коммуникативности. И вообще у меня ощущение... Он тоже не против. Он говорит, что в качестве методологии мы ее меняем на технологию. А он не сказал, что он против. Я согласна с вами. Вот, собственно говоря, для методистов термин коммуникативность становится действительно очень продуктивной технологией. А решать вопрос о том, диалогично коммуникативность или монологично, должны не мы, коллеги, есть лингвисты, которые в этом прекрасно разберутся. Давайте им этот хлеб оставим. Наша задача понять, как мы можем трансформировать науку о коммуникации, коммуникативистику в тех наших научных, прежде всего, да, и практических устремлениях, которые мы реализуем. Вот в связи с этим мне как раз представляется очень продуктивная сама идеология коммуникативности, поскольку коммуникативность включает в себя субъектов. Главные ориентиры для нас — это субъекты деятельности. Отсюда и, может быть, моя реплика Людмиле Журавлёвой, которая говорит о диалогичности, но я напомню, коллеги, что для нас диалог не самоцель. Мы не обучаем диалогу, а мы воздействуем на личность
И для нас самоцелью это становится субъект, готовый участвовать в диалоге, а значит, готовый к тому, чтобы стать элементом коммуникативной ситуации, стать субъектом, компонентом этой ситуации. Поэтому я не вижу здесь никаких расхождений. И мне кажется, что это такая проблематика, которая, как мне видится, ну, не имеет первостепенной значимости. Конечно, об этом можно говорить и писать, и дискутировать, но первостепенно другое, и в этой связи подготовка учителя раз, написание учебников два, о чем еще не было сказано, я немножко удивлена, Анатолий Леонидович, что вы нас всех не призываете к тому, чтобы мы говорили об учебнике. Но по плану есть это, кто хочет. Отлично, замечательно, но мне... Мне представляется, что в учебнике проще и легче, это мое субъективное суждение, воплотить именно идеи коммуникативности, чем общение. И монологичность и диалогичность коммуникации как таковой может быть реализуема на страницах учебника. Отсюда, собственно, и главная черта учебника иностранного языка – это его коммуникативная составляющая, это его коммуникативная насыщенность. Спасибо. Ну, стараемся, работаем, чтобы были достойные учителя. Работаем. Мы в нашем институте стараемся это делать. И спасибо Ефиму Израилевичу, что он у нас выступал трижды. Да. Спасибо, Елена Генриховна. Так вот, не совсем понятно. Вы тоже считаете, что коммуникация монологична, а общение идеологично? Почему это Ефим Израилевич все и написал? Он-то опирается на Кагана. На его философию, на Кагана, он сказал, общение диалогично, а коммуникация монологична. Поэтому не может, поскольку мы обучаем общению, не может быть коммуникация методологии. Вы тоже так думаете или нет? Я знаю эту точку зрения, но одновременно я читаю очень много современных лингвистов. Мы с вами дискутировали. Да, я помню. Причем это было по приглашению Эва вашему. И мы были в Братиславе, мы были в комнате Ефима Израильевича втроем, и мы держали ответ перед нашим замечательным Ефимом Израильевичем. Все остались при своих, как мне кажется, но был великолепный диалог, который, конечно, ну, ни с чем не сравнишь. Это великолепный эпизод моей жизни, я очень к нему трепетно отношусь. Я не считаю, и по-прежнему я считаю, что коммуникативность диалогична, тем более, что это доказано лингвистами на сегодняшний день. И монолог, диалог – формы проявления коммуникации. Здесь нет, ну, как мне представляется, предмет для дискуссий, поскольку помимо Кагана есть еще целое созвездие великолепных лингвистов, ученых, которые очень много пишут о коммуникативности, теории коммуникации как таковая, межкультурной коммуникации в частности, является сегодня приоритетной для лингвистов и для нас. Мы скромный вклад вносим в эту концепцию теми проекциями, методическими, которые мы разрабатываем. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы в связи с этим или пожалуйста, кто хотел бы? Не понимаю. Эва, еще раз, пожалуйста. Я одну цитацию, которая будет компромиссом. Бердичевский и моя коллега Карева Елена. Прошу прощения. Вот, цитирую Ефима Израилевича. Коммуникативность – это общение, а предметом общения – взаимоотношения. Все. Но он потом от этого отказался. Да, он, к сожалению, отказался от этого. Эва, в том-то мы сейчас об этом и говорим. Он отказался, он наступил, он сказал… Официально заявляю, я отказываюсь от коммуникации. Он сказал на конгрессе МАПРИАЛ об этом в Испании. Он сказал, я категорически отказываюсь от этого. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы еще? Пожалуйста. Можно, Анатолий Леонидович? Да, пожалуйста. Да, добрый день, Елена Кузнецова. Да, я тоже аспирантка, ученица Ефима Израильевича. Я вот мостик хотела бы перекинуть от последней реплики Елены Генриховны по поводу межкультурной коммуникации
но немножко перевести это в другую плоскость, в межкультурную коммуникацию не только наших учащихся, наших студентов, но и нас как профессионалов. Вот у нас там еще в программе заявлено методическое сообщество и связи с мировым, зарубежным сообществом профессиональным. Я бы вот хотела несколько слов об этом сказать, тем более, что достаточно сегодня очень такое представительное сообщество у нас на конференции, как сказал Владимир Петрович. И, к сожалению, то есть у нас есть, конечно, сообщество и в России, и наша замечательная ассоциация преподавателей иностранных языков, и региональные представительства этой ассоциации, но все-таки вот именно как сообщество методистов, такое сформированное, оформленное, я думаю, что его, ну как формально, да, формально его нет, есть такие какие-то отдельно стихийно сформировавшиеся кружки, и я считаю, что, конечно, нам нужно обязательно думать в эту сторону, потому что, как говорил Владимир Владимирович, мысль рождается в слове, он всегда это повторял, всегда говорил о рассуждении, и самые плодотворные рассуждения и идеи рождаются, конечно, в общении с коллегами. И поэтому и по этой, и по нескольким другим причинам нам обязательно нужно это методическое сообщество, потому что это повышает и качество нашей работы, это позволяет нам получить как признание, так и критику каких-то идей, добавляет нам полемики в нашу жизнь. И работая вместе, конечно, мы можем добиться гораздо больших целей, чем работаем индивидуально, что касается и взаимодействия с международными организациями. Но здесь, конечно, есть и сложности, потому что нельзя создать такое профессиональное сообщество по указке. Сообщества, хорошие, правильные сообщества растут органически, но пока оно не укоренилось, конечно, такая работа нуждается в поддержке. И на первых порах самое важное как раз создать пространство для общения и систему вовлечения методистов в эту орбиту, в том числе и новых, как бы, ну, новость, да, методологии, тех, которые только вступают в свою профессиональную деятельность. Как вариант предложения нескольких шагов, но здесь, я думаю, это понятно, то есть, прежде всего, надо определить цель, выявить людей, которые уже вовлечены в эту работу, ну, вот многие из них, да, сейчас здесь с нами и были сегодня на конференции, начать с малого, то есть приглашать, разговаривать индивидуально с коллегами, оценить, реально оценивать степень вовлеченности и степень того вклада, который может человек внести в сообщество, потому что время – это конечный ресурс, и есть разные участия в жизни сообществ, и установить понятные правила, и тогда уже дальше выходить на международный уровень, тем более, что у нас международный уровень уже активно представлен, в том числе и через РКИ. Ну, поэтому я призываю всех не ждать, а начинать эту работу. Спасибо. Спасибо большое. То есть вы имеете в виду, что значит сообщество создать? Создать организацию специальную? Вы знаете, вообще, на самом деле, я несколько раз уже продумывала эту тему. Можно создать официальную организацию. На самом деле, даже по российскому законодательству, общественная организация, она может действовать и как незарегистрированная, но, тем не менее, формальные цели, задачи, правила и ядро участников, это да, это нужно собраться, прописать и к этому уже притягивать новых участников. Если будет такая потребность, я думаю, что да, можно это зарегистрировать и в форме ассоциации. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы еще высказаться, пожалуйста. Коллеги, у нас 15 минут осталось еще. Пожалуйста, кто хотел, давайте. Николай Васильевич Барышников. Николай Васильевич, микрофон. Вот, микрофон теперь. Слышно? Теперь меня слышно? Теперь слышно. Пожалуйста, спасибо. Николай Васильевич. Дорогие коллеги, я очень рад видеть вас всех, хотя и в удаленном режиме. Я хотел бы высказаться по поводу предложенной тематики. Ефим Израильевич это предлагал для того, чтобы сделать как можно лучше. Поэтому мы должны все очень внимательно обсудить, чтобы, как говорится, не навредить. Прежде всего, начну вот с того, о чем уже говорили уважаемые коллеги. Только в русском языке есть два термина – коммуникация и общение.
во многих языках мировых есть один термин – коммуникация. Поэтому мы не можем определить коммуникацию через общение и говорить, что коммуникация монологична, а общение диалогично. Это тут надо об этом, ну, всерьез подумать. И одно мы не можем определить через другое. Мне кажется, дорогие коллеги, когда мы говорим о диалоге, особенно о диалоге культур, надо быть очень аккуратными и осторожными, потому что жаль будет очень, если наши научные изыскания будут не соответствовать современным реалиям мира. Ну, посмотрите, какой диалог. С нами же никто не хочет разговаривать. Против нас объявляют экономические санкции. А мы все тельняшку на себя рвем и рвемся в этот диалог. Тут надо как-то к этому относиться более корректно. Дорогие коллеги, ну, поймите еще одну очень важную вещь. Методика обучения иностранному языку – это не одинокая наука. У нас методик десятки, методика химии, методика физики. Ну и что? Они, как мы их бы ни назвали, они от этого не перестанут быть частными дидактиками. И честно вам скажу, я не хочу быть доктором методических наук. Я хочу быть доктором педагогических наук. Потому что методика – это маленькая, только маленькая часть педагогики, педагогической науки. Ну, что касается создания национального сообщества, а что, оно разве у нас не существует? Оно же у нас существует. Посмотрите, как нам с вами вместе хорошо. Очень я согласен с Эвой о том, что методист – это прежде всего учитель. А если методист сам не владеет искусством преподавания, зачем кому нужен этот методист? Поэтому надо усилить профессионально-методическую подготовку учителя. И все у нас будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Николай Васильевич. Пожалуйста, коллеги, кто хотел возразить, поддержать и высказаться? Не призывайте, не призывайте. Владимир Петрович, пожалуйста. У меня маленькое уточнение. Все-таки Ефим Ильич призывал не к диалогу культур, не к диалогу культур, а диалог культур как метод, как средство для достижения взаимопонимания. Угу. А вот тогда, Николай Васильевич, это звучит очень своевременно. Вот именно взаимопонимания и не хватает. И взаимопониманию, как надо общаться, чтобы не настроить против себя. Ой, мой Владимир Петрович. Я понял собеседник, и ты его понял. Вот это вот очень важно. Я просто маленько уточню. Так этот диалог культур не зависит. Нам нужен высокий уровень владения языком, на котором мы будем общаться. А если нас не хотят понять, говори по-английски, как Бог, тебя не услышат. А если есть стремление понять, это лежит уже за рамками области нашей методики. Спасибо. Спасибо, Владимир Петрович. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы возразить, поддержать, пожалуйста. Пожалуйста. Простите, пожалуйста, можно вопрос? Да, Людмила Витальевна, пожалуйста. Да, спасибо большое. Уважаемые коллеги, а если мы готовим не к диалогу культур, то кто готовит к диалогу, который является столь востребован в сегодняшний день, чтобы не поставить мир на грань, ну, необратимой ситуации? Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы ответить на этот вопрос? Ну, можно я скажу? Конечно, в первую очередь это должны заниматься все и вносить посильную лепту, потому что это качество очень важно в личности человека. Но надо понимать, какой предмет мы преподаем, какую образовательную дисциплину мы преподаем. И вы же понимаете, мы готовим к межкультурной коммуникации. К межкультурной коммуникации. Но если это межкультурная коммуникация, но в снятом виде понимается, что мы готовим и к диалогу, целью которого является взаимопонимание.
Вот перед уходом мы с Ефимом Ильичем обсуждали, если создавать новую линейку учебников, то он говорил, что, наверное, надо создавать учебник иноязычного образования, концепцию иноязычного образования, а в скобочках, как он писал обычно, готовим к диалогу культур, он тогда писал, где он говорил так, что нужно использовать метод диалога культур, то есть диалог в ранге метода, в ранге средств. Это совсем другие учебники, и еще непонятно вот в такой политической обстановке, насколько они будут востребованы, но рано или поздно они появятся. Очень жаль, что в России нет хороших учебников, которые готовят к межкультурной коммуникации. Мы готовим к коммуникации, но к межкультурной коммуникации не очень хорошо готовим. Может быть, отсюда много проблем у России. В чем вот, например, я согласился, и мы с Ефимом Ильичем согласились в том, что если я ему говорю, что если вы считаете, что коммуникация монологична, хорошо, значит, в результате коммуникации получается понимание, а в результате общения взаимопонимание. Тогда я сказал, тогда я согласен с вами, Ефим Ильич. Он сказал, ну вот, очень хорошо, вот я тоже так и думаю. Да. Пожалуйста. Пожалуйста, коллеги. Владимир Петрович, дорогой, почему вы говорите, что нет учебников по межкультурной коммуникации? Пожалуйста, это мой учебник по межкультурной коммуникации. Нет, это другой учебник. Это профессиональный, это, да. Это основа профессиональной межкультурной коммуникации. А мы как? А мы же работаем... Дорогие коллеги... В образовательных организациях... Да, одну реплику. Понимаете, вот Бахтинская и библеровский диалог культур, он немножко разнится от того, что мы в методике называем диалогом культур. Поэтому хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Культуры между собой не диалогизируют. Общаемся представители той или иной культуры. Еще зависит от его уровня владения языком, от его отношения, от страны, которую он представляет, и вообще от стремления и желания общаться или отворачиваться друг от друга. Спасибо. Ну, Библия вообще, у него диалог культуры, это внутри одной страны. Он там рассматривал исторические эпохи просто и говорил, вот это диалог культур. У него школа диалога культур библейская. Вы совершенно правы, Николай Васильевич. Да. А можно еще одного автора, вот привлечь к размышлению нашему. Я хотела бы Кагана привлечь к рассмотрению. Диалог в сегодняшнем понимании, действительно, я согласна, что диалоги вот в представлении Бахтина и Библера не совпадают однозначно. А вот в сегодняшней ситуации, когда мы говорим о псевдодиалоге или полном непринятии одной культуры другой, или второй тип диалога, который утилитарные отношения одной культуры другой, когда свысока разговаривают. Мы тоже это наблюдаем с вами и в политике, и в экономике. А вот полноценный и полноправный диалог – это как раз наша цель, которую мы хотим. Мы сегодня не хотим разговаривать сами с собой на английском языке. Мы хотим разговаривать, чтобы нас слышали. И для этого действительно нужно, кроме языковой подготовки, ряд других подготовок, как преодоление трудностей, то есть развитие, конечно, и учет особенностей, и готовность принятия условий. Но разговаривать нам все равно придется с миром. Да. Поэтому нам нужно... Мне нравится идея Елены Генриховны Таревой, которая ввела такое понятие, как диалог культур и не диалог культур. Это очень интересное направление. Спасибо. Спасибо. Культура диалога. Там была конференция проводилась. Да. Николай Васильевич, но я черпаю, честно говоря, вдохновение в ваших книгах и статьях, потому что вы очень много пишете о том, как противостоять другому, чуждому влиянию. Поэтому не диалог, он, в общем-то, появился из
из ниоткуда, там еще Виктория Викторовна Сафонова в этом участвует, но мы должны, то есть когда мы обучаем не диалогу, вернее, тому, как, каким образом действует ситуация, непонимание, мы ведь продолжаем обучать диалогу, продолжаем. То есть вот этот момент взаимодействия двух людей, которые даже не принимают друг друга, он очень важен. Мы совершенно забыли об этом в наших учебниках, которые отстают, безусловно, от сегодняшнего дня, потому что мы должны готовить к этим сложным, проблемным, непредсказуемым ситуациям общения, когда нет абсолютно позитивных взаимоотношений, а скорее мы имеем дело с неприятием или непониманием. И непонимание – это тоже норма. Это норма, это никак не девиация никакая. Елена Генриховна, спасибо большое. Спасибо вам, Николай. Спасибо, Елена Генриховна. Пожалуйста, коллеги, у нас еще 5 минут есть. Да. Кто хотел бы еще? Андрей, можно одну реплику? Лариса Тахановна, пожалуйста. Нет диалога культурной, коллегам говорить, но есть взаимопроникновение культуры, влияние культур. И без этого человечеству не выжить. И как не наш предмет иностранный язык, который может этим наполнить? Ведь мы говорим, если ссылаться на Ефима Израилевича, мы же говорим об иноязычном образовании. Это не научить языку иностранному. Это много шире, много аспектно. И наш предмет в этом имеет силу абсолютно нелимитированную, огромную. И, конечно, наши учебники должны отразить это. Учебников иноязычного образования еще не создано. И это цель, и это важно. И к этому нужно готовиться. И готовить наших учеников. И если задача образования сегодня, и я думаю, мы все разделяем эту точку зрения, готовить человека нравственного и готового к учебе на всю жизнь, то средствами нашего предмета больше, чем любого другого, мы можем этого достичь. Поэтому... Уважаемые коллеги, если... Наталья Ефимовна, да, пожалуйста. Владимир Петрович, вы хотели что-то предварить? Да, да, я сейчас, прежде чем вы выскажетесь, Наталья Ефимовна, я, учитывая, что время заканчивается, но я хочу сказать, как автор учебника, даже линеек учебных, которым занимаюсь уже более 30 лет, что я поддерживаю идею Ефима Ивановича о том, что профессия автора учебника, или, как он говорил, конструктор учебника, это особая профессия. С каждым годом задачи учебника усложняются, они становятся более, я бы сказал, как комплексные, и этому нужно обучать. И слава Богу, что вот эта тенденция сейчас зарождается. Я знаю, что в скором времени состоится конференция, посвященная учебнику иностранного языка в институте, который возглавляет Елена Генриховна Тарева. Я считаю, что вот учебниковедение или учебникописание, как называл Ефим Израильевич, действительно достойно отдельной профессии. И нужно признавать статус профессии этот на государственном уровне. И я хочу сказать, что мне было бы не зазорно иметь степень кандидата методических наук или доктора методических наук, но только в том случае, если под методикой понимается то, что понимал Ефим Израильевич. Спасибо. Спасибо. Наталья Ефимовна, вы хотели что-то сказать? Да, я хотела сказать. Ну, мы сегодня... Нам удалось сегодня поднять столько много проблем. Каждая из этих проблем, начиная от является ли методика частной дидактикой, и заканчивая тем, как нужно перестраивать профессиональную подготовку, что для этого делать, мы, так сказать, затронули очень много проблем. Я думаю, что каждая из этих проблем может стать отдельной темой отдельной конференции. Вот, ну, по крайней мере, или отдельного круглого стола, так часа на 3-4. Ну, вы забыли, что учебник был поднят. Это боль, оказывается, всех учебников. Ой, я про учебник, я молчу вообще. Нам еще есть о чем поговорить. О создании, кстати, не только... Там, очень интересный, кстати, был вопрос о едином учебнике. Нужно. Нет, да, единый учебник. А очень интересно было бы обсудить еще вопрос о
создание учебников по методике для профессиональной подготовки, потому что должен ли он быть единым, если да или нет, и так сказать, что очень интересное вообще, очень много проблем. Но поскольку у нас цвет нот, вот, то я бы хотела, уважаемые коллеги, хотела от всех представителей Липецкой методической школы, от семьи Ефимзральча, я бы хотела поблагодарить всех участников конференции, всех участников круглого стола за содержательные, за интересные доклады и за те добрые слова, которые были сказаны вот сегодня в течение дня в адрес моего отца. Мне кажется, что это большое счастье, когда в России и за рубежом есть десятки, даже сотни людей, которые также радеют, может быть, соглашаются с Ефимзральчем или нет, но также радеют за истинное российское образование, как он это делал. И особую благодарность я хочу высказать издательству «Просвещение» за ту всестороннюю поддержку, которую они нам оказали, за организацию этого масштабного мероприятия. Ефимзральч особенно ценил это издательство. Ценил его, кстати, не только за то, что там, так сказать, издавались его книги. Он всегда считал, что издательство «Просвещение» это именно то издательство, которое готово транслировать новые идеи, новые учебно-методические комплексы, которые помогают так или иначе, как говорил Ефимзральч, сохранять генетический код российского образования. Спасибо вам огромное всем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Наталья Ефимовна. Спасибо большое. Коллеги, я думаю, что сегодняшний круглый стол побудил нас к размышлениям. И самое главное, вот я поэтому сказал, еще раз выяснил, что учебник – это наша боль. А вот, что отсутствует учебник по иноязычному образованию, по диалогу культур. Мы с Ефимом Израилевичем тоже собирались написать учебник на основе его концепции для по-русскому, как иностранному, но вот тоже не удалось это сделать. Слишком рано он от нас ушел, слишком рано. Много еще бы можно было сделать и так далее. Все. Большое спасибо, коллеги. Успехов больших и берегите себя вот в это тяжелое время и своих родных. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Всем всего хорошего. До свидания. До свидания. Всего самого доброго и еще раз большое-большое вам всем спасибо. Спасибо вам, комитету. Спасибо всем.